Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Ночная трагедия в Германии. Под Дрезденом произошла крупная автокатастрофа. По словам немецких полицейских, в ДТП попали польские автобусы-маршрутка, а также автобус из Украины, перевозивший туристов. В результате аварии погибло 9 человек. В больнице направлено около 40 человек. По версии полиции, один из автобусов врезался в другой, потерял управление, пробил разделительное ограждение, выехал на встречную полосу, где ударил микроавтобус, после чего слетел с трассы. Сотрудник местной спасательной службы подчеркнул, это самая жуткая авария в окрестностях Дрездена за последние 30 лет. В МИДе Украины подтвердили информацию о ДТП. Консул уже выехал на место происшествия, чтобы выяснить, есть ли среди погибших граждане Украины. Для борьбы с терроризмом важны совместные усилия. В этом мнении сошлись президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден. Американский политик подтвердил, его страна имеет четкие доказательства того, что ракетный выстрел по малазийскому лайнеру был сделан с территории, контролируемой боевиками. Президент Украины выразил благодарность Джозефу Байдену за последовательную поддержку Украины. Сепаратисты не могли сбить пассажирский самолет без российской поддержки. Об этом заявили в Пентагоне. Ведомстве очень сомневаются в умении сил ДНР пользоваться комплексом «Бук». Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, власти США пока не могут точно сказать, кто несет ответственность за гибель сотен пассажиров авиалайнера. Однако известно, что ракетный удар по малазийскому «Боингу» был нанесен с территории, контролируемой сепаратистами. У меня нет конкретной информации по поводу комплексов «Бук». Это сложная система, и трудно предположить, что сепаратисты могли использовать ее без, по крайней мере, какой-то технической поддержки со стороны России. Министры иностранных дел Германии, Франции и Польши потребовали незамедлительно провести расследование обстоятельств крушения на территории Украины малазийского лайнера. Для этого, по их мнению, необходимо обеспечить немедленное и постоянное перемирие. При этом группы международных наблюдателей должны получить полный доступ в район катастрофы. Если же подтвердится, что лайнер малазийских авиалиний был сбит, то виновных в этом следует привлечь к ответу, указывается в заявлении глав внешнеполитических ведомств трех стран. Ну а Россия всячески препятствует справедливому расследованию падения Боинга 777 малайзийских авиалиний. Об этом сообщают в Кабинете министров Украины. Подвластные федерации террористы не допускают на место трагедии ни украинских, ни международных экспертов. По данным правительства, 38 тел погибших в авиакатастрофе боевики вывезли в морг Донецка. Там люди с ярко выраженным русским акцентом заявили, что проводить вскрытие они будут самостоятельно. Кроме того, террористы находятся в поисках крупногабаритного транспорта для вывоза обломков самолета на территорию России. Эту информацию Украина уже передала США и всем странам-членам ЕС. Украина не получила ни одного черного ящика с разбившегося Боинга. Все доказательства у боевиков, сообщает спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко. При этом спасатели не могут собрать вещественные доказательства из-за давления террористов. По словам спикера, все доказательства авиакатастрофы, в том числе и тела погибших, находятся в руках сепаратистов. Спецмиссия ОБСЕ приступила к мониторингу на месте катастрофы. Однако террористы допустили представителей лишь к местам, где находятся обломки самолета. К телам погибших людей наблюдатели не допустили. В свою очередь в МВД отмечают, когда украинские спасатели попали на место катастрофы, они увидели, что к этому моменту были ограблены сумки и чемоданы погибших. Мародеры забрали деньги, драгоценности, спиртные напитки, телефоны и банковские карты, рассказал советник министра МВД Антон Геращенко. Спасатели работают под дулом автоматов боевиков. В то же время ОБСЕ призывает всех присутствующих на месте авиакатастрофы не трогать доказательства. Маршрут Боинга малайзийских авиалиний был объявлен безопасным. Такое заключение выдала Международная организация гражданской авиации, отмечает постоянный представитель Малайзии при ООН Хусейн Ханиф. Маршрут Амстердам-Куала-Лумпур, который регулярно проходил через украинское воздушное пространство, был одним из наиболее часто используемых. Согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в момент потери связи самолет проходил через незакрытое воздушное пространство и не передавал сигналов бедствия, сказал дипломат на заседании Совета безопасности ООН. В Донецкую область прибыли 150 экспертов из Малайзии. В команде военные, представители гражданской обороны и органов национальной безопасности, патологоанатомы из полиции и химики.
Напомню, идентификацию тел пассажиров и членов экипажа сбитого в Донецкой области малайзийского лайнера будут проводить в Харькове. Крушение самолета может стать роковой чертой. Катастрофа Боинга может вызвать такой резонанс, что позволит развеять иллюзию о ходе конфликта в Украине и его влиянии на безопасность в регионе и мире, заявил президент Польши Бранислав Комаровский. По его словам, попытки отрезать некоторые территории Украины российскими сепаратистами привели к последствиям, которые ощущаются во многих странах, далеких от соседства России. Сегодня очевидно, что это глобальная проблема, заявил Бранислав Комаровский. С мольбой о прощении жители Москвы несут цветы, детские игрушки и множество свечей к посольству Малайзии и Нидерландов. На плакатах надписи на русском и английских языках. Я считаю, что это во многом наша вина, нашей страны. Мы, как граждане, должны выразить, по крайней мере, соболезнования. С грустными эмоциями. Мне кажется, мы должны просить прощения за то, что случилось, и мы должны разделять ответственность за то, что произошло. Поэтому я пришел сюда. Простите нас, пожалуйста. Спасен еще один из членов экипажа самолета Ан-26, сообщил министр обороны Украины Валерий Гидетей на своей странице в соцсети. Как стало известно, механик сбитого наемниками самолета Ан-26 не попал в плен. Его укрыли неравнодушные люди, а позже переправили на безопасную территорию. Информация о военнослужащем вооруженных сил Украины была разной. Худшим было сообщение якобы взятия его в плен. Сейчас он находится в безопасности, сообщили в пресс-центре АТО. Министерства доходов и сборов больше нет. Все его функции будет выполнять государственная фискальная служба. Это подтверждается соответствующим распоряжением правительства. Напомню, решение ликвидировать Миндоходов было принято 1 марта. Тогда же образованные на базе ведомства государственной налоговой таможенной службы перешли в подчинение Министерства финансов. В Украине продолжается выплата первого транша государственных социальных пособий июля, сообщает Кабмин. 2 миллиарда гривен перечислено почтовым отделениям и банкам. Деньги направляются малообеспеченным семьям, семьям с детьми, детям-инвалидам и инвалидам с детства. В целом месячная потребность финансирования составляет 2 миллиарда 900 миллионов гривен. Почти 600 жителей Славянска оказали психологическую помощь на этой неделе. 26 специалистов работают в городе для того, чтобы помочь вернуть душевное равновесие людям. Организованы дежурства в помещениях горсовета, пенсионного фонда, отделах соцзащиты и ЖКХ. Об этом сообщает ГосЧС. В службе разработали специальную брошюру под названием «Помощь после травмирующих событий». Горожанам раздали и дорожную карту с рекомендациями по выходу из кризисной ситуации. 16 мирных жителей погибли за минувшие сутки в Луганске. Еще 66 получили ранения. Такие страшные цифры обнародовали в Луганском горсовете. Скорая помощь по вызовам выезжала 156 раз, сообщают в мэрии. Повреждены 36 жилых домов и объектов. Здания пострадали в результате артиллерийских залпов. Коммунальные аварийные службы работают над возобновлением подачи света, воды и газа. Стреляли ночью в Донецке. Как сообщили в местном горсовете, повреждены газопровод на одной из улиц. Жители остались без газа. Нет электричества в некоторых жилых кварталах Куйбышевского района. Ну и сообщения о минировании в Киеве продолжаются. В настоящий момент милиция проверяет информацию о минировании в Киеве 5-го телеканала, железнодорожного вокзала, главпочтамта и 7 торговых центров, сообщает пресс-служба МВД. По месту расположения всех объектов выехали специалисты взрывотехнических служб, кинологи и сотрудники ГСЧС. Ну а далее на БТБ курсы валюты и цены на горючее. Оставайтесь с нами. До встречи.
Mm-hmm.